Новости для кинолюбителей. Ночь кино снова в нашем городе. По результатам народного голосования, которое проводилось на сайте информагентства ТАСС, отобрали тройку лучших отечественных фильмов. Их показ состоится 24 августа во всех регионах России в рамках акции «Ночь кино». В этом году она приурочена ко Дню российского кино. Наибольшее количество голосов, а именно 8 тысяч, набрал военно-драматический боевик Андрея Волгина «Балканский рубеж». Премьера фильма состоялась 14 марта, а уже 21-го фильм был выпущен в широкий прокат. Второе и третье место заняли популярные российские комедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. На четвертом месте оказалась военная драма «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. На пятом – драма «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым. Замыкает народный рейтинг анимационная лента «Гурвиник. Волшебная игра». Всего в голосовании участвовали 26 кинокартин.